К другим темам. В поселке Красный Октябрь дали воду. В конце прошлой недели мы рассказывали о том, как третий месяц в жару страдают жители поселка в Саратовском районе. Напомню, воду в многоэтажных домах здесь дают по часам, а на верхние этажи она не доходит вовсе. Люди вынуждены были возить воду с родника или покупать. Местные власти объяснили, что в дома перестала поступать волжская вода, а качать ее из реки Латрык не хватает мощности насосов. Неизвестно, как удалось решить эту проблему, но, по словам местных жителей, на следующий же день после выхода сюжета в эфир вода появилась на всех этажах многоквартирных домов Красного Октября. Она чистая, прозрачная и совсем не похожа на мутную жидкость, которая текла из кранов накануне.